Всім привіт, друзі! З вами канал Game Mood, і ми продовжуємо записувати 9-ту серію проходження The Last of Us. Ми нарешті поставили українські субтитри, так що тепер буде ще крутіше дивитись проходження. Погнали! А як же наша короночка? Його звуть Вадик, мене звуть Микола. Ми завжди... так собі, але погнали. Ми завжди путаємо наші імена, то буває. Погнали, пишем! Go! Так, що у нас тут? Ми тут, ми, короче, до якогось автобуса повинні були пройти. Да, ну, ці слабочки, нахуй. Куча всяких... Екшн, екшн, нахуй. Біту, там нема циркіну. Екшн, встань ти, блядь, з коліна. А в мене є дробовик. Да. Так за що мені вообще щось в житті, глянь? А чого ти присідаєш? Піди вже і пиздуй. Предісторія, домовлялись робити екшн з Вадиком, блядь. Вадик, да, будемо бігати і бачити. Та я просто не хочу понять, куди мені взагалі йти. Не хочу понять. Куди мені взагалі йти? Та просто пиздуй. Просто поміж автобусами на тут? Да, глянь, скільки тут... їх тут! Давай, їбаш, нахуй! Ще два патрони. Ти, блядь, не перезарядив. Стріляй, може зараз стріляти, по-моєму. А де ще один? А ти його зробив? Ага. Все, ёбали, задки. А ну ударил. Вот так, нахуй. А, сейчас все заховывают. Экшн, як и замовляли хлопчики, девчата. Зарядись полностью, да. Ага, патроны, все. Надо теперь вышукивать, ходить, экшн закончился. Так вообще, ты там, блядь, патроны, як собак, нахуй. О, та. О, ну і все, що тут, я так би ходив, тут присідали, щось дрочились, да? Ну ви чули, що я до цього казав. Ми в цій хаті не були, ну нам туди і не треба, да? Чого це? Так, він казав, що до якогось автобуса там треба йти, я вже... Я не бігав! Ого! Ого! Ти хедшотер, блядь. Ззаді, біл. Ого, поламав біти. А ще б заколов би біти, було б вообще плохо. Та я голими руками вас міняв. Так, пособирай. Мільйони оружия. Я думав, буде сложнее. Ти по руками перелупився. А що воно тут мутиться? Тут щось є? Вона прячеться, блядь. Та ти не собирав сіло? Тихо, бачу, вона підсказує. Що я не собирав? Хтось залишив щось, вона каже. Шість патронів. І перезарядись. Ще пошукав? Перезарядись, курка. Я перезарядився, у мене чотирьохзарядний дробовик. Гімно, що ви бачите? У нормальних людей 7-8 зарядних. Який дробовик? Чотирьохзарядний. А потім що ти сказав? Гімно. Гімно це ти. Подвіл так шуточки. Довго, як тупо. Так, дивись, вона каже, що там подивитися треба, дивись. Оп. Куди подивитися? Лесниця воно валяється. Воно бачиш очко, цей, воно бачиш дирочка? А ну подожди. Оп. А ти її туди закинеш, вона випригне туди, я тобі базарю. Ну. Так, подивись, що, блядь, Ігрек загорівся. Ігрек, гори! Нахуя вам на автобусі сьогодні? Гля, вона що, свинця, з ній підня немає. Свинця це маленька свинка. Ілі послі винця. Тільки не дай себе убити. Вот спасибо. Нахуя не зрозумів, як. Ви через автобус, через заборчик. Через парканчик. Хорошо, тепер нужно добраться до кузова. До якого? А що за кузов? До кузова, в смысле? І зараз повилазять 100-500 мудаків, давай. Плюс 100-500. І зараз такий Максим. Він теж підер. Так, і що до кузова? Треба в кузов знутрі зайти, а внутрі там труба. Нахуя і знутрі кузов, якщо кузов знаружи, блядь. А, тобі ж треба в акумулятор. Опа, диви. Быстрее тікай, щось роби, блядь. Розбий те стеклом, нахуй. Мені страшно, блядь. Давай. Сейчас ты не встигнешь, я буду играть. А я казал нахуй. А что робив? А, це просто... Джоел,
Бесник, давай! Тенгу уже ему пив срака дарил. Оу, ебей. Черт! Это не поможет. Билл, скорее! Так, руби что-то. Толкай! Я сейчас ничего, это ж просто видушечка. Ну, да скоро там! Пусто. Что? Ни хрена нет. Народ! Куда теперь? Билл, куда? Подальше отсюда. Живо, уносим ноги. Хватило экшена. Пожалуйста. И звук выключи. Ой, Миш, там щенка звонила. Так, погнал, погнал. И что теперь? Нам надо взять аккумулятор. Черный хит. Через черный ход. Пойдемте. Ой, Боря, за мной. Вы, я выведу дыр, вас там отсюда. Пизды. А и лопата. Пожалуйста. Не хватит, аж руки ноги развивают. Блин! Попереживальный воздух, нахуй. Да твою ж! Сейчас сколько покажу экшен бенджинг. Блять, взял еще и лома поломал. Я уже забыл, как играть. Так, все, погнали. Так, бежим, 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 бежим. Где черный хит? Так. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Да-да. Хоп-хоп-хоп. Ты шо, ты шо, ты шо? Ой. Надо повертаться, не пробовал. Не-не-не, надо убежать. Вот так. Оп, а то пора отсюда. Хоп. Ту-ту-ту-ту. Ты заметил? Экшен, как я показываю. Вырезать. Так, я просто подумал, что они сзади нас бежат, и что-то паниканул трошки. Подумал, кажи. Но главное, вот их воно шмирей сейчас вали. Да, да, я вот все. Думал, да. Может, сразу задуши ее, тихенько, тихенько задуши. Блядь, поздно. А ну ты под... Где вон? О, давай. Хорошо, молодец. На, дальше, и тут слева. Оно, бежи, оно, сразу вот того куру. Вот все сразу уродика вырубит. Да ну все, вот все. О, все, отси вообще, бей ее, бей, отбей. Побей ее, кажу. Молодец. Через аудитории давай. Какие аудитории? Через аудитории. Аудитория так будет по-украински? Так, что кирпичик надо, наверное, взять. Как будет, бля. Так, а что, патрончики все не дают у нас тут? Нема патронів, кирпич, нахуй. Я хотів просто перезарядити. Да, ага. Це не за аудиторію, це що, наверх іти? Да, мабуть. О, диви, що тут дають. А що? О, іще щось було. Іще ножиці, ножиці. Ось так от, не дивлячись. А що можна зробити? А оцю... Затичку, палку можна зробити? А її треба взяти спочатку. У нас бімба є. Бімба, бери. А оцю трубу, її, типа, не можна зробити, її можна тільки модифіцирувати. Поняв? Ну, надо поняв, десь... нас спочатку взяти. Взяти в рот, блядь. Подожди, змінити зброю. А, у нас ще 16, от? Блядь. Блін. Це, блядь. Зброяр просто. Патронів вже нема. З дробовиком весело ходить. 10 патронів нема. Давай, тихо. Можна пройти. Тихо, тут ще щось. Воно. А ну задуш. Ого, ебать, тебе пизда. Що ти робиш? Та, оце екшен, ну. Як я хотів. Ну, біжи сюди. Курва, если б не тілка, ти б був би Кенджі Бенджіна. Надо же, ми живі. Спасибо, що напомнив. Старайся економити патрони. Thank you.
У цирка не, нема? Похоже, через... Нема. Так, вроде. Вместе с ним в помощь. Сразу ее. Или так можно тоже. Погнали! Гоу-гоу-гоу! Помоги открыть. Да-да. Ты готов? Ну, давай! Давай! Тихонько так зашли. Сейчас набегу. Вообще. Подопрем двери. Да. Долго не выдержишь. Опа. Шо? Это не к добру. Шо, это машина? Шо? Це этот маршрут для почек. Это что за хрень? Разберусь. Ой, зомбачки бежат. Эй, не подходи к нему. Тут патроны было. Фух, ты что ты творишь? Вот-то я же так зробив, тебе честно говорю. Возьми, сдалека стреляй трушницы, попробуй хотя бы. Наш убойный. Тикай, 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 тикай. Попробуй, ну что ты не слышишь? Это дом. Так ты сдалека, он там в угол встав и вали его. Рушница. Ой, кто отмыс. Промазал. Тикай, 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 тикай. Да уставай уже. Все, устал. Козялку свою вырвал. На. Ой, ты не вовремя. А ну у него нема ничего. Там у него должно быть 12 тысяч патронов. Срасина. Ну, 6, ладно. Он еще 6 лежит. Битка возьми. Господи. А, тебя есть. Почему он такой раздутый? Давно болеет. Ага. Вот и разнесло, как утопленника. Корона, бля. Потому и топляк, ясно. Не хочу прерывать ваш урок биологии, но давайте свалим отсюда. Нахер. Так, где еще патроны были? Подсади меня, Джо. Подожди, где тут было еще? Он нож сложит, он нож сложит. Вот ты пробежал его, блядь. Ты ж дрянул. Нет. Блядь, вернись назад. Назад. Оно, там де мяч внизу. Шо це таке? Патрончик, по-моему. Аптечка. А-а-а. Ну все, короче. Дробашек, ля, який дробашек стільки сохраняється. Сохраняй, сохраняй. Бо чую, щось буде, блядь. Ну, погнали, погнали. Наші городські. Ага. Давай. Кабанеро. Кабанеро. Лезем, лезем. Джоэл, сзади! Твою мать! Может так побьешь? Не? Подожди, подожди. Все, один патрон. Сейчас ты его... Ненавижу эту пакость. Сам такой. Ох, я недолго думаю, чтобы начать перезаряжаться, это как-то... Пока он... Я нажимаю уже раз 5, он таки начинает. Может, ты его перегружаешь с этими действиями? Тык-тык-тык, он... Ты что хочешь, этот дебил, блин? Страшно, блин. Тикай, сразу туда. Куда? За ним, за ним, за ним, за ним, за ней, за ней. Они же кажут, сюда, за мной. А то, что ты... Ты промазал трошки. Я же тут попал. Вон, еще спустил. Беги, беги, я за тобой.
Бежите, Кай! Вот прям через по одней, понял? Я бы через одну там прыгнул бы. Внутрь, живо! Такая жиночка из высшего общества. Да, уж, лучше некуда. Так, ладно, я пойду осмотрю дом. Еще я буду. Билл? Ничего не выйдет, все барахло украли. Да? И какой у нас план Б? Радуйся, что ты вообще еще дышишь. Это и есть план А, Б, В и даже Г. И вот что, пусть Тесс берет про свою девку вообще молчи. И вместе с заткнись, идет, понял? Че это? Боже. О, висячок. О, коня у нас труп. Твой знакомый? Одногруппник. Фрэнк. Что за Фрэнк? А, Фрэнк. Мой партнер. А, ты той Фрэнк. Только этот дурак мог носить такую рубашку. И ботинки у него тоже так сильно. Остроносие. У него укусы. Вот. И... Под лопаткой там. Бачишь? Он явно шо не там, хотел татуировка? Превратиться. Не, я любил Билла. А не хотел. Да к черту. Сгиден. Ну, точилу нашла. Полюбуйся. Даже бензин есть. Да. Так, да, сейчас погоним, погоним. Тихо, даже движок поставить не можно. Вот ублюдок. А, Фрэнки подрезал, походу, аккумулятор. Вылезай. Если бы вылезай. Он жив, он ее убил бы, да? Ладно, садись. Садист. Эй, что ты за головой? Аккумулятор сел. Но элементы живы. Я то есть, круто, то есть да? Подтолкнем, заведем, и тогда аккумулятор зарядится. Ты уверен? Тя. Ну ты же хотел план Б. Вот он, пожалуйста. Ага. Как проверить заряд что аккумулятора делает? В машине? Не, на не, сил. Диагностик на уровне. Все, будем толкать. Слушай. А? Это тоже мое барахло. А что там у него? А ну, одеты. Так только эконом, эконом. Так я заряженный, диви. 14. Я что-то вроде ничего не взял, моя блок. А, блок, я понял. 4 не хватало, все. Так и было. Можешь обыскать дом. Я тебя спрашивал. Это мысль. Угу. Ты не взял, по-моему, не? Я крикнул. Пиписочка. За что я люблю Варика? Оце він любить читати всяку хрень. Ну, Біле, я сумніваюся, що ти взагалі знайдеш цю записку. Ти ж, нас, ти ж у нас надто лякливий, щоб заходити в цю частину міста. Та як прийдеш, знай, я ненавиджу тебе. Мені вже в печінках сидить це сране місто і твоя манера робити все по-своєму. Я хотів більшого від життя, і ти ніколи не міг цього зрозуміти. А ще ця дурнувата батарея, про яку ти скиглив, вона в мене. Та я гадаю, ти мав рацію, намагаючись вибратися з цього міста. Я вб'ю себе. Усе одно ліпше, ніж провести ще один день з тобою. Щасти тобі, Френк. Отак. Коротше, так що Біл, виходить, хотів свалити з цього міста. Ага. Не Біл, не вспів. А Френк. А що він казав, він, ти мав рацію, що хотів втекти з цього міста? Ага. Тобто він йому намікав, що давай втечемо, почнемо нове життя. З тобою. Але, зніми цю рубашку. І вони, коротше, на рубашки не договорились, і Френк пішов. А я не зніму цю рубашку, це мені мама подарувала. І пішло, поїхало. А, опять ти про мою маму, ти не любиш мою маму. І пішло, поїхало. Так, що, все собрали, давай бігти. Толкай. Я крикну. Я крикну. Я вже прийшов. Хто ви? Він крикнув і прибіжав швидше, чим крикнув. Зараз буде, мабуть, весело, так? Да? Ну, ми для цього і зібрали його. Пусть вона сяде. За що? Років на 5. Я вже сижу. Просто поставь ногу на сцепление, і коли ми покатимо... Я знаю, різко відпустіть. Так, да, там коробка-автомат. Ага, пулемет. Сцепления нема. Приготовься. Ага. Давай, жми, виживай. Виживай. Ми пішли, закриваємо рот. Тікаємо, тікаємо. Ти молодець, дівчатка. Ні, ну то ж. Помолчи. Елі, попробуємо ще раз. Соберись. Ганчір'я. Угу. Шкарпетка. Осторожно, там ще. Що ще? Блін, зомбарі!
Хай-хай-хай, вот все уберемся. Son of a bitch! Ой, ну, вот то это, перезарядочка, Тверкун, тверкун, аааа! Ебоюшки, голубоюшки, что там у них, подивись, что сразу, что, есть курвы, нема ничего. Нема ничего. Все, погнали, где бил? Штыхаем. Штыхаем. Катитесь быстрее отсюда, скоты. Что еще? Блять! Он того вали. Вот так. Цверкуны. Где? Перезарядочка, перезарядочка. Ну, цверкун. Где ты его? А, он. Да, наверное, флэш. А, не, ну сдох. Навалились. Я обрез знал тоже. Давай быстрее, быстрее, бы сейчас набежать. Бур. Все, обошел, все, погнал. Опять не перезарядил, сучара. Понимаешь, что? С другой стороны, слева. Сильно ты убил вообще. Да ёп! Та твою ж мать! Дальше! Хватит, 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 хватит! Где він? У ноль. Бля, біжи там, спасай цю тёлочку, бегом. Короче, я побіг назад. Бля, там ещё 16-6 патронів було. Быстрее, жизнь уходит! Давай, давай, давай! Удари, удари сразу! О, спасибо. Все, и дальше теперь туда бежи, спасать его. Там еще 6 патронов было. Я тоже шукаю, короче. Все, быстрее, там 6 патронов. Надо мне тебе или нет? О, сейчас. Сзади? Да, десь тут. Де? Десь было, еще трошки. Вот тут, все. Опа, все. Де, де, де? С той стороны, вот тут было десь, вот тут. Ты брал их или нет? Блять! Быстрее бежи, бежи, ёпта, всё, к чертям чисто под... патроны. Да подбежи и бей её сразу. Бей, 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 бей. Короче, толкаем. Да, валим отсюда. Эрик, готовься. Бежи, 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 за ней бежи. Да к чертям их собачим, бежи, к чертовой бабушке, патронов нема, что ты будешь делать? Слышишь звук белый? Це що ти перднув, собака? Тікаєм. Да, побіг я за патрончиками, короче. Не спарилися. Ого, їх там було. Ну, їх, я б їх перевалив би. Так, вот так. Да, да. Одними часами. Хорошко. Елі, не глуши мотор. Из-за нее мы чуть не погибли. Но заметь, она знает, чего хочет. Ты не жилец, брат. О, да. И пидсрачничек, только чпок. Вот. Не успел. Что это? Пригодится, чтобы сливать топливо из бензобака. Я думал, сосиска. Спасибо. Кровяночка. Билл, по поводу твоего друга. Это тяжело. Я... Важко. Дуже важко. Мы в расчете? В расчете. Тогда вали из моего города. Get out of my city, motherfucker. Ну и ладно, я пишу. Я и как раз бы рад это сработать. А там грим гремить, кущи трясутся. Что там роблят? Їде, їде. Іграють Last of Us Part 1. На вулиці, це круто, я б теж такий. Зачил, на острові. А що це у них, фордяка, да? А? Фордяка? Машина Форд? Ну, мабуть. Ні. Еллі Лох написано в блогі. Ну, ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. Так прочитай заново. Самым интересным. Где ты это взяла?
Ну, спиздела. Там убила. Спиздела. Чего, думаю, без дела валяется? Подрежи руку. Что еще валялось? Ну, вот. Ностальгия не замучает? О, знаешь, эта штука намного старше меня. Были в магазине музыкальном, нельзя было нормальную музыку. Там платинки были. Да? Угу. Диски, а, это ж тут только на кассетах, я понял. Лучше, чем ничего. О, а вот этого твой Билли к ночи точно хватится. Угу. Почитать вечером, фотки занимательные. Там что, еще? Или это не для детей. Ого! Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму? Ой, страницы слиплись. Да я над тобой стебусь. Ну давайте, тут, конечно. Что ты стукаешь по микрофону? Да, тук-тук, я проверяю, все нормально, извините. Выбачьте, я больше так не буду работать. Никола. А знаешь, мне даже нравится. Может, ты все-таки поспишь, а? Я не устала. Та вони же год їде. Да. 2000 later. І кассети вже це слухають год. Опа, все. Я ненавиджу цю пісню. Прикинь, зараз пішком опять іти. Я думав, блін, на машинці покатаємося. Угу. Ладно. А бензин он так и не отсасывал. Бензин не. Опа. Эй! Прошу! Охренеть! Это подстава по-любому! Ты думаешь? Эли, ты пристегни ремень. Ну, человек... бачи, не спалил. Придуривается. Ого! Ого! Три чувака, да? Да. Вот. 4, 5, 6, 7 и автобус. 7 чуваков на автобус. Ярик, бачок, потік опять. Что Томми не умеет ездить? Что не могли? Что Джоэл не может? Давайте вставайте, его сейчас завалим. Так вылезай, скорей. Ах, бутылка! Отцепись, недоносок! Ай! Ай-яй-яй! Ай-яй, ух ты, сыне лачка! На, поїж скла, курва! А, не трогай малу. На тебе, я тебе покажу. Сука. На, старец тобі. І на, на. Стоматолог не допоможе. Вот ублюдок. Да что с ними такое? Говно собачье, мать. Ты что, решил ко мне лезть? Берегись. Ай-яй. Что у меня, дробаш, пистолет? Пистолет. А вот так ты не хочешь? Окружай! Окружаем. Окружай мне этот, блин, фалос! Круговыми... Что, они меня оббегать хотят? Я чуешь, он кажется, окружал? Уже вот туда, в кут. В кут? Опа! Ты... А я знал, что ты прийдешь! Как дела? А, god damn it! Там еще их много, видишь? Уже все попрятались. О, они еще приглядят, десь летят там. Прикрой своє себе. Ого, розірвав. Скільки осталось? Ти считав, скільки? Було 7 вроді. Да. Не по кусті. Опа. Ну він, сука. Що творить? В магазині. В якому магазині? Ну ти ж в магазині бував. А, це ще зараз набіжуть, чи що? Та ні, ну один точно. Оно, сука.
А що ти ждав? Що я тебе не ждав? Полеж. О май. Ще? Ще ось. І пікає, мадафака, це все вже должно бути. А ну, щось є сьогодні? Чи ще хтось? Ти що ти їх розв'язав? Так. Да. Это последний. Ти як там? Нічого нема. Надо пособирати потрошки. Нема вообще нічого. О, да хорошо, валим к чертовой матери. Так, вот тут... Убейте, надо посмотри, там чувак купол. Здесь есть что-то ценное. Ага, шляпа на воротничку. Шлюшаюсь и повинный. Шлюшаюсь. Бутылка. Можна сісти. Опа, палка і вода. Кину я палку, підніму палку, зброя у мене появиться ця. Замінив палку на палку, це genius. Так, що там уперді? Уперді. Іконечка, оп. Оп. Так я даже жизни не потратил. Угу. Да, это профессионализм. Профессионализм. Собирай. Виктор Павлович. А тут говно. Чи повно. Ты, конечно. Да, тебе, блин, дома. Болт. Три болта. Що могло лежати в ящичку ще, крім як не болт? Звичайно, звичайно. П'ять болтів. Що тут? Нема гадзеса нічого. У шкафчик і хулі там. Що таке? Опа. Вона вже там знайшла мені виход, походу. Угу. Поки я тут шарюсь. Так, а що? Що, 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 що? Що, вот так вот сделать надо, угу. На бомбу, ни на что. А вот это надо сделать, а птичечка пригодится, все, погнали. Ха! Motherfucker, pull over! Да уж, обратно мы не пойдем. А куда мы пойдем? А что так не густо? А что ты хотел? С потрошками, а это тоже пистолет? Один? Серьезно? А куда я иду вообще? Что? А, можно поднять? Угу. Давай! Ладно, лезь. Поищи что-нибудь, чем можно подпереть. А там стоит себе. О! Тут столько всего интересного. Элли! В перекладі написано, тут багато мотлу. Да. Кому интересно, а кому мотлу. Так, держу, держу, держу. Так кидай її, ну що це таке, він що їх буде продавати чи що? А, може. Я невдоволений. Коли ж це все закінчиться? А ворота треба комусь продавати. Смотри. Фу, тут трубаки. Я думаю, ти пернув. О, конопля? Smoke bombs, create a cloud, take block, enemy, vision. They also stand into view with their will their good vibrations. Hunter! На місці могли бути ми. Понятно. Ну ми ж круті парні. Круті. Що це таке? Треба почитати, порахувати, що там. А, це список, типа, що вони зняли з них. Секонд-хенд хотіли тут організувати. З трудом. Уходимо отсюда. Патронів тільки немає, ребятки. Урурут. Так, це драбина, та що лестниця, тут нічого нема. Чого-то не бачу, так. Фонарика може включити. Ти о чем? Насчет засади. Я був по обі сторони барикад. На молодість. Такий самий був. Значит, ти убивав невинних людей? Трошки. Гадь зовсім. Тільки невинних дівочек. О-о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 
я взял тут? А то ты четверть взял. Струпалик. О, бери. О, он что ще? Матрасик. Матрасик бери, скручу.
О, еще там были таблетки. Так, це тут, інструкція по этим. Налаживанию лангетів. Як же їх називають, господи? Шин. Шини, да? Угу, шин, да? Палаточка нормальна. Криша текла, короче, здание. Ножечки. Що це таке? А, це... Мапа. Це мапа? Мапа засідок мисливців. А, це вони так продумували, знаєш це. Ну, ми по мапі не розуміємо. О, лук. Ми будемо на опоростеці ти. А, правда. І що ми тут можемо зробити? Так. А що у нас, піхалет? А що ми можемо зробити? Ані хіра ми не можемо зробити. А це, хіба що цьому щось? Можна йому щось додати під пулячок? Пулячок, що це? Швидкострільність? На, не надо. Так, що там, крути верти? Так, короче, не нахер. Думаєш? Все одно в мене немає нічого толкового. Це собі ще плоскогубчики знайшов. Ні, брешу, я зараз на помпі зроблю этот. Скорость перезарядки, наверное, де тут вона? Швидкість перезарядження, ось. Бам. Плюс 100%. Вона так медленно він і заряджає, прям труба. Угу. І що, детальність? О, ні, оце ти можеш, следующий. Так, слышиш, дальність 25, слышиш? Віддача нахуй, хай буде. Так дальність, ти на 3 цих, блядь. Три плоскогубці. А віддача мене не... Пока не інтересно. Не парить. Сойдет. О! Нормально. А як же маслом? Не помастив. Так, давайте на цьому завершувати, наверное, серію номер 9. Бо 9. Ми поки її знімали, поміняли два рази камери, щось у нас взагалі технічне якісь негаразди весь час. Але це нічого, ми з ними впораємось. А ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, донатьте, ми вас дуже любимо. І все залежить від вас. Якщо ви будете нас підтримувати, ми будемо ще більше розвиватись, і канал буде ще смішніший, кращий, і випуски будуть ще цікавішими. Всім пока! Клянуся.